2015 году Сиахинской школе-интернату исполнилось 80 лет. За эти годы сменилось несколько поколений учеников и учителей. Строились новые здания, сносились старые. Неузнаваемо преобразился и сам поселок. На дворе 21 век, век высоких технологий. Но как и 80 лет назад, есть в Сиахинской школе то, чего не заменят никакие технологии. Это замечательные учителя, которые приезжают сюда работать с разных концов нашей необъятной родины. А в одном из педагогов, не побоявшихся суровых условий Крайнего Севера, и пойдет сегодня наш рассказ. Математика – царица наук. Это одна из самых нужных и важных дисциплин в жизни. В нашем классе ее преподает Екатерина Алексеевна Спирякова, прекрасный человек и мастер в своем предмете. Учиться у такого педагога и приятно, и полезно. Она воспитала и выучила не одно поколение детей. Екатерина Алексеевна не только преподает у нас математику, она еще и наш классный руководитель. Когда мы захотели узнать, как долго Екатерина Алексеевна живет в Сиахе, она ответила, как истинная северянка. В этом году 38-й раз растаял снег, и 39-й раз выпадет вновь. Так уж получилось, что в юбилейный 80-й год в Сиахинской школе-интернате работают 80 педагогов. Четверть из них трудится здесь более 10 лет. Но дольше Екатерины Алексеевны не преподает никто. 38 лет, почти половина из 80-летней истории школы прошли на глазах этого человека и педагога с большой буквы. Я приехала 18 августа 1977 года после окончания Ленинградского государственного педагогического института имени Александра Ивановича Герцена, физико-математического факультета по специальности учитель математики и физики по распределению Салехардского окружного управления образования. И вот 18 августа я пришла и зашла в Сиахинскую среднюю школу. Стала работать. Что же держит учителя столько лет за полярной школе в непростых и суровых условиях? Об этом мы и решили спросить Екатерину Алексеевну Спирякова, нашего друга и наставника. Сиаха встретила меня теплым осенним днем. Больше всего удивила и поразила от края до края бесконечный простор. Небо сливается с землей. Конечно, поселок Сиаха был совсем не такой, как сейчас. Были дома маленькие, старенькие, деревянные, печное отопление, вода привозная, в школе шел ремонт, меняли батареи и трубы, в кабинетах было холодно, дети сидели в пальто, но занятия не прекращали. Дети 80-х годов старались, учились, как могли. За долгие годы Екатерина Алексеевна по-настоящему прикипела к школе. В Сиахе ее знает практически каждый. Почти половина учителей и воспитателей Сиахинской школы-интерната в разные годы учились математике у Екатерины Алексеевны. Екатерина Алексеевна пришла к нам в класс в сентябре 1977 года. Такая молодая, невысокого роста. Мы думали, что это к нам в класс она поступила. Оказалось, она учитель. Но она была строгая учительница. Требовала много. Когда мы пришли в 5 классе к Екатерине Алексеевне, она с нами была очень строга, потому что мы ее были новые ученики. Мы где-то даже ее побаивались. Она нам не давала спуску. Она у нас преподавала математику, алгебру, геометрию. И если мы чего-то не понимали, она могла с нами сидеть, хоть допоздна, заниматься. У нас класс был... скажем, смешанный. У нас были и поселковые дети, и интернатские дети. Самое трудное для нее, наверное, было, когда у нас два класса слились в один. То есть поселковые и интернатские. Мы много конфликтовали, как все дети. Там каждый старался себя показать. Но, тем не менее, несмотря на ее мастерство, к 11 классу мы, в общем-то, так... как у нас были такие теплые отношения, что нам было даже жалко. Вот когда у нас был выпускной, нам как бы было даже жалко расставаться. Среди выпускников Екатерины Алексеевны есть довольно известные люди.
Мои ученики работают не только в Сейхе, но и за ее пределами. В Надыме, Муравленко, в Ростове-на-Дону, в Москве. Занимает высокие должности. Аскарова Руслана Николаевна, начальник отдела экономики внебюджетной деятельности в окружной больнице города Салехарда. Перкова Анастасия Викторовна, главный бухгалтер технической нефтяной компании города Тюмени. Я горжусь своими учениками. Я очень рада, что когда-то учила Леонида Сомдеровича Вануйта, депутата районной думы, и его детей. У Екатерины Алексеевны не только я учился, вот, она работает столько времени, она выучила моего сына и моих детей. Вот, они все у нее проучились. Вот. Тут она несколько поколений она, жителей поселка выучила. Считаю уже, сейчас у меня внук пошел, второй год уже пошел, считаю уже третье поколение. Ну, получается, все, она там вот, в школе находится. Конечно, я бы ей хотел бы пожелать, во-первых, здоровья, чтобы она... Ну, и чтобы она учила и радовала детей, и дальше, чтобы она у нее была, как бы, творческое долголетие у нее желаю. Бывшие выпускники помнят и почитают Екатерину Алексеевну. Нынешние школьники также ее уважают и любят. Для меня Екатерина Алексеевна очень умный и ответственный человек. Она научила нас очень много знаний, и мы ее очень любим. Она нас многому научила, прошла с нами целых 4 года. И я ее очень люблю, как вторых родителей. Екатерина Алексеевна – это очень хороший человек, добрый учитель. Мы ее очень любим, она нас многому научила. И она классный руководитель. У нашего учителя замечательный характер. При всей своей строгости Екатерина Алексеевна очень справедливый человек. Она учит не только грамотно и логически мыслить, решать уравнения и задачи. Она учит быть справедливыми, честными людьми, способными отстоять и доказать свою точку зрения. А еще она очень веселый и артистичный человек. Для каждого из нас она не только педагог, но настоящий друг и отличный наставник. Столько лет проработав в Сейхе, конечно, особенно в первые годы, может быть, иногда и задумывалась куда-то уехать. Но получилось так, что вся судьба моя прошла в поселке Сейха. Здесь появились у меня дети, здесь они выросли, закончили школу, поступили учиться. Ну а теперь, конечно, последний момент, да, оно особо и никуда не тянет и не хочется. А здесь как-то более-менее себя чувствуешь стабильно и живешь, и работаешь.